Помещик Камышев сидит у себя в столовой за роскошно сервированным столом и медленно завтракает. С ним разделяет трапезу французиком съесть шампунь. Этот шампунь был когда-то гувернером у Камышева, воспитывал его детей, учил хорошим манерам. Теперь, когда дети выросли, стали поручиками, шампунь остался чем-то вроде бонны мужского пола. Обязанности его не сложны. Он должен есть, пить, спать и выслушивать праздную болтовню Камышева. Итак, Камышев ест и по обыкновению празднословит. Суставу ударил. Вот от вашей французской горчицы такого не будет. Хоть всю банку съешь. Кто любит русскую, а кто любит французскую? Да. Никто не любит французскую. Разве только что французы. А французу что ни подай, он все съест. И лягушку, и крысу. И таракана. Вот вам эта колбаса не нравится, потому что она русская. А подай вам сейчас жареное стекло и скажи, что она французская. Вы будете есть и причмокивать. По-вашему, все русское скверно. Мсье, я этого не говорю. Да, все русское скверно, а французское осетре жоли. Да. По-вашему, лучшей из страны это Чикаго, Франции нет. А по-моему, что такое Франция? Кусочек земли. Пошли туда нашего исправника, так он через неделю переводы запросит. Да вашу Францию за один день можно всю объехать. А у нас выйдешь за ворот. Конца края нет. Едешь, едешь. Там все России громадная страна. Вот я и говорю, вот оно и есть. По-вашему, лучше французов и людей нет. А по-моему, да нет, он умный народ, ученый, манерный. Француз никогда не позволит себе невежество. Вовремя даме стул подаст, раков не будет есть вилкой, на пол не плюнет. Но нет в нем того духу. Духу в нем нет того. Я не знаю, как вам объяснить. Но во французе нет этого, как его... Как это вам? Нет нечто такого, что ли, юридического? Я не знаю, я помню, читал где-то, что у французов ум приобретенный, а у нас ум врожденный. Если нашего русского обучить как следует науками, ни один ваш профессор не сравнится. Хорошо, это может... Да нет, это не может быть. А точно. Русский ум, изобретательный ум.
Правда, ходу ему не дают. Да, и хвастать он не умеет. Изобретет что-нибудь и тут же поломает. Или детишкам даст поиграть. А француз, знаете, изобретет какую-то чепуху и кричит на весь свет. Вот тут на Медне, да? Кучер Иона сделал из дерева человечка. А дернешь этого человечка за ниточку, и он тебе непристойность сделает. И однако Иона не хвастает. Да не, вообще мне не нравятся французы. Да, безнравственный народ. Нет, наружностью вроде как на людей похожи, но, знаете, а живут как собаки. Не, ну, вот возьмем, к примеру, брак. Вот у нас, да? Если ты женился, так ты прилепись к жене. И больше никаких разговоров. А у французов, че знаешь что, муж целый день в кафе сидит, а жена напустит полный дом французов и давай с ними конканировать. Это неправда, месье. Да, неправда. Во Франции семейный принцип стоит весьма высоко. Да знаем мы ваш этот принцип. А вам нечего защищать. Надо беспристрастно. Свиньи есть свиньи. Ну, давай. Ну, хорошо, месье. Если вам так не нравятся французы, то зачем же вы меня тут держите? А что мне там делать? Отпустите, я уеду во Францию. Да кто же вас теперь во Францию отпустит? Кохать меня. Легавей. Кохать. Вы же изменник своему отечеству. У вас то Наполеон великий человек, то Гамбета. Черт вас разберет. Оскорбление, которое вы сейчас нанесли моему достоинству, не мог позволить даже враг мой. Все. Да ладно. Так как все кончено. Да, что? Уезжайте. Я уезжаю. Уезжайте, пожалуйста. Да, я не... Ну что, я не смею задерживать. Так вот я как-то странно. Как вы поедете без паспорта-то? Я ваш паспорт потерял. Сунул его куда-то между бумаг, он и потерялся. А у нас паспортами строго. Не успеете 5 верст проехать, как вас сапают. Увидят по лицу, что вы без паспорта, и сразу... Кто такой? Альфонс Шампунь. Знаем мы этих альфонсов-шампуней. А не угодно ли вам по этапу в не столь отдаленный? Вы шутите, да, вы шутите. С какой стати мне шутить? Вот даже мне... Да, только потом. Не хныкайте. И не извольте мне письма писать. Я и пальцами пришильну, когда вас будут мимо меня в кандалах проводить. И что вы делаете? Ну что вы со мной делаете, Ну, ладно. Будь проклят тот день и час, когда мне пришла в голову эту пагубную мысль. Ну ладно. Бросить свое отечество. Ладно. Ну я пошутил. Ну что вы, ей-богу, слова нельзя сказать. Я же люблю вас. Я люблю ваших детей, Бросить вас, это равносильно смерти. Ну, каждое ваше слово, оно ранит мое сердце. Ну, ладно, вот чудак его. Ну, я пошутил, сказал. Ну, пошутил. Пошутил. То, что я там французов ругаю, а вам-то что обижаться? Ну, мало ли мы кого ругаем, и всем надо обижаться. Хорошо. Ну, да. Давайте. Да. Да, я пошутил, да. Все. Давай. Мир и согласие. Хорошо. Мир и согласие. Хорошо. Да.
смерть. В голову совсем сустав ударило. Вот от вашей французской горчицы такого не будет. Хоть всю банку съешь.